объекты построили к 300-летию. То, что если приедете, не узнаете уже. Красиво стало. Ну и этих выбросов поменьше. Нужно, экология там работает. Потому что приезжайте еще раз. Не знаю, как меня занесет туда. Ну судить как. Павлович тоже тут снимает. Страховочка, третья камера. Льва Яшина раздевает. А, ну я смотрю, кто-то потерял уже кепку. А, это от Льва Яшина, от голкипера. Ага. Фирменная шапочка. Легенды. Вот тут в Барнове тоже легенда есть. Пучалка, Банула, 97. Руководит ею, сейчас мы имя, чтобы не перепутать. Точно записали. А имя, фамилия, отчество? Гуняшов. Гуляшов? Гуняшов. Да, Виталий Александрович. Виталий Александрович. Вспомнил тоже кричалку. Прокричал ниже Тагила. Руководит у меня. Валерий Палачаев, Виталий Александрович Гунишов, руководит командой из Барнаула. Мы начинаем. Приветствуем. Футбольный манеж Максат. Казань. Открытый кубок города. Среди юношей 2011 года рождения. Второй игровой день. Мяч прям. Начинает запасных Барнаула. Игра идет. Встречается команды Спутник Нижний Тагил. Форма бело-красная или красно-белая. Даже бело-красная. Такая спартаковская. Чем-то напоминает. И противостоит им команда сегодня. Да, спортивная школа номер 7. Город Барнаул. Форма черно-желтая. 0-0. 1 минута матча уже 15 секунд позади. Хорошая погода. Вчерашним днем в Казани установилась. Вчера были дожди. Снег. Холодно сегодня. Тепло. Солнце. Ну, пока вот мы ехали, поснимали еще разные достопримечательности. Сегодня не в центральной арене, не в центральном манеже проходит у нас игровые поединки, а тут где-то в южном районе, уже сейчас вышло юг. Манеж Максат. Вчера мы в таком футбольно-атлетическом манеже проводили, а сегодня чисто футбольном, тут все классно сделано. Это юность спортсменов. Ничего тут не отвлекает, мяч далеко летать не будет, никто не бегает. Чисто футбол, наслаждаемся вот этим утренним вторым тутом. Уже один матч. Команды сыграли удар. Хороший удар там был. Мяч словно не полетел. Отбивается спортивная школа номер 7. Та инициативу захватила Миша Тагил. Здесь есть возможность контратаки. Мяч соперников. Хороший ответ. Спасает Матвей. Молодец, нами этот мяч. Как Лев Яшин. Точно, мы тоже кепочку уже горит. Вчера хорошо играл сегодня. В этом самом моменте действовал сверхнадежно. Мяч летит. Остается. Дело в поле, думали, опять к нам. Летит. Артем завешивает штрафную. Первый на мяче. Барнаул. Тут.
хороший мяч подвержен у соперника. И снова сверх надежен вратарь, 39 номер. Команды разряжают обстановку, поставят мяч вперед. Там шнурок развелся у Артема, автора единственного мяча, сейчас ворота Казани ставят тагичан. Может, это не помешало. Точно пас удалить. Вот, да, сейчас там ушел. Увидел, что уже поправить экипировку. Порядок. Это и делает. Подача в штрафную, но не получилось. Так, спортивной школы номер 7 на этом исчерпано. Обслуживаю встречу по-прежнему Андрей Иванов. Так много с ним пообщаюсь. Точнее, изменился ли город? Да, наш город изменился. 300 лет все-таки было в прошлом году. Много новых объектов было построено. Ну, вообще, он был в 2006 году. С этой поры, конечно, все в городе изменилось. Похорошел. Подрос. В общем, запрогрессировал. Так что ждем и из Казани. Команды, судьи, нам в гости, всегда будем рады. Андрей был аж в 2006 году, играл с Уральцем. Тагийская стоит, а просто Уралец. Данный клуб выступал во второй лиге профессионально. И этот год как раз 2006 стал последним для Уральца. Потом распался, прекратил его финансировать НТМК. Но вот там возродился в виде уже такого любительского клуба «Уралец НТ» в 2011 году. Потом снова один год пропускал. 20-й пандемийный. Не только весь спорт практически умер, но и вот наш клуб тоже прекратил существование. И в 21-м какое-то просто возрождение сказочно случилось. Нашелся спонсор «Тагийская сталь». И он в 21-м году возродился. И очень удачно сейчас занял 7-е место. Занял сегодня наших тагийских соперников. Номер 7 банул. А в прошлом году вообще выиграл 3-й дивизион. Выиграл дивизион кубок. В этом году взял суперкубок в манеже Урала. И на новый сезон уже намерен отправиться в профессиональную лигу. Вернуться в вот большой спот в ФНЛ 2. Ну и надеемся, что вот юные футболисты спортивной школы «Спутник» тоже когда-то вот, там клуб присоединятся, когда-то его усилят, ну, когда, конечно же, подрастут. Пока у нас матч проходит в последнее время так более-менее спокойно, опасных моментов нету. Хорошо, оборона как одной команды, так и другой защищается, да, вот, не дают наносить удары. Здесь Артем Бориса уходит на скорости, и его сзади атакуют не по правилам. И слезы, да, слезы. Осталось в эпизоде Артема. Желтая карточка показана 20 номеру. Вот этот фол. Аплодисменты. Поднимается Артем Подгрушин. 20 номер. Вчера он забил, сегодня пока ехали. Сказал, что пытается улучшить, запрогрессировать, забить еще. Ваша подача от Ломакова, капитана Тимофея, до 100 номера. Там вот. Сюда все-таки не получилось. 7 минут у нас позади. Тут хорошая современная большая табло, инфографика, 14 марта, 9.11. Приветствую участников. Баранки. Ну, один матч уже вот сегодня с утра состоялся. Тасма, еще одна казанская команда, проиграла лидеру турнира. Команде, которая вчера как раз «Спутник» и выиграла при Волжанин. Проиграла с минимальным счетом 1-0, причем Волжанин снова реализовал штрафной. С дальней дистанции, вот пример, где мы стоим, вот с этого фланга. Направил мяч в ворота, играл при Волжанина.
со штрафного ближний угол, там голкиперская ошибка все-таки была, ближний угол должен был контролировать. И таким образом продолжаем уже после двух туров 6 очков, и они такие основные претенденты на первое место. Ну, посмотрим, что они долгие, все может поменяться. Но пока вот эти вот реализации стандартов, такая фишка приложения действует. Наград у нее уже через три очка. Ну, а, скажем, команда по одному вчера сыграла ничью, тоже очки уже есть. Вот это Вичан, очков пока нету, надеемся, что сегодня они их заполучат. На радость тагильской публики, тагильских болельщиков, они тут и живую папу смотрят. Сегодня только их не трое, а двое. Папа. Примут Ирсас остался смотреть. Не смог проснуться, хотя его будили. Ну и дедушка еще. Тоже. Матвея с нами. Это второй голкипер. Резервный голкипер спутника. Все, он выходил. Много сейвов хорошо сделал, но один гол пропустил. Второй гол пропустил как раз Матвей, потом который в концовочке матча его заменил. Прямая трансляция у нас ведется сообщество. Сообщество, сейчас скажем точно название. Все у нас под рукой, вся информация. Кубок Казанский, окей. Сообщество называется Российский турнир по футболу в Казани. ВК, ну, на YouTube ведутся записи. Космат ТВ, потом можно спокойно матч и посмотреть. Но мы вчера посмотрели нашу запись. Почему-то первая игра вообще вчера не активизировалась, хотя съемка была. Почему-то как раз после матча стартовала она. Ну, там бывает, YouTube обрабатывает эти прямые трансляции, что-нибудь сразу недоступно. Ну, посмотрим, ну, запись нашей камеры, да, порадовались, забитым гол. Посмотрели свои ошибки, когда вот пропускали. В общем, сегодня настроены все-таки взять очки, первые очки в Казани. Ну, такой солнечный день, как можно их не взять? Можно, конечно, пытаться это сделать. Удар, вот удар. Ну, удар сильно не получился, но все равно. Овация. Раздались. Ну, тут, наверное, большие болельщики Банова порадовались, что голкипер уверенный мяч выловил. Елисей. Мураев навязывает борьбу. Убивает мяч Банова подальше. Тут очень эффектно в касание отбивает Тимофей. И здесь Тимофей набирает скорость. Наверняка будет первым на мяча. Да, грамотно ставит корпус. Удар в ворот. Уже вот партнер ему отвечает. Хороший Тимофей. 22 номер. Замены проходят потихоньку у нас. Как у спутника, так и у спортивной школы номер 7 их немало. У спутника все 18. Футболиста приехал. Мы попытаемся под матч Любанова точно цифру назвать. Девятнадцать, по-моему, чуть побольше гостей из Сибири, игроков в активе. Пас наперед, разрез с Линесты очень хорошо, выход 1-1, удар и мяч сетки ворот, кто забил? А забил у нас сегодня автор вчерашней голевой передачи. И так эффектно отпраздновал пробегом и развел руки в стиле Лионеля Месси. Арсений Горбунов, номер 81. Давай счет в матче. Ну вот кто передачу выдал, сейчас мы уточним. Валерий Павлович, кто передачу выдал? Кто? А, имя? А? Роман, 8 номер. Неожиданный ответ сразу от Банула, выход 1-1, но там все в пределах правила. Защитник действовал, просто герой эпизода, 14 номер. А передача, что выбрал, вот, да, наш всем знакомый Роман Густ. Просто в стиле Иньеста развел оборону. И там уже спокойненько 81 номер. Ярослав свой момент, выход 1-1 реализовал. Гол был забит у нас на 12-й минуте матча, 1-0, спутник впереди. Он вчера спутник тоже так вот повел, но только во втором тайме, а потом вот преимущество растерял, так что, ребята, нельзя расслабляться. Нужно, конечно, увеличить преимущество.
стараться как можно больше забить, чтобы уже потом соперник уже мог забивать, но чтобы победные очки у них в активе осталось. По-бразильски играть, как вот у нас тут есть фанат Роберто Карлоса в составе. Андрей всегда он такой, Роберто Карлос. По бразильской системе мы забьем сколько... А, вы забьете сколько сможете, мы сколько захотим. Вот там побольше. Забивать тагичанам, чтобы все-таки набрать первые, ну, как... Если Мутагилу хочется, победные очки. На новой арене. Максата. Наблюдаем. Свеча на стадиона. Возможность пробить? Нет, там не дают Артему нанести удар. У него высокоросый защитник, а Артем такой у нас Лионель Месси, небольшого роста, но зато он сверхактивный. Пас, хороший пас! И это пенальти, там сзади подкатился под нападающего игрок спортивной школы номер 7. Дал ему пробить. И 11-метровый у нас будет пытаться реализовать. Попробуй! Рома, Даня, попробуй! А? Валерий Павлович, кто будет наносить? Поставь мяч, поставь! Даня, кто бьет? Даня, поставь мяч! Даня, поставь мяч себе! Данил Самченко будет. На сюда с 11-метровой отметки. Зима номер. Папа тут с ним болеет. И промахивается Данил. Мяч летит рядом со штангой. Но голкипер угадал. Полет мяча может даже бы и засейвил, если бы он летел вот в сторону ворот. Счет у нас по-прежнему 1-0. Пенальти на 15-й минуте. Спутник не реализует. Вчера вот тоже так вот отвлечение в пентаме. Моменты ранжирили, потом только забили, а потом вот победу упустились подруг. Что ребятам уже, конечно, вчерашние такие ошибки держать в голове. Сегодня не ошибаться, как можно больше моментов все-таки реализовать, потому что соперник тоже не просто так приехал из Дальнего Востока. Приехал, конечно, тоже побеждать, показывать свой лучший футбол. И моменты у них тоже, думаю, еще голевые будут. В первом тайме были удары довольно неплохие, пока вот очень надежную игру демонстрирует Матвей Дренинов. 39 номер, как выяснилось, у него папа, брат моей вот одноклассницы Галины Дренинова, передаю Галине привет. Тетя, чувствую, Настя, в 10-11 тетя Матвея. Вообще тут много, конечно же. Связи мы обнаружили, покажили. Да, за этим эпизодом удар, голкипер тащит, добивание будет. Добивание есть, и штанга, и все-таки мяч в воротах. 2-0, а кто забил-то в итоге? Похоже, вот забил игрок, который прихрамывает. Ценой даже повреждения. Гол был забит. Рома, ты забил? Нет, Рома даже не добил, там он попал в штангу, мяч сам залетел. А кто в итоге у нас забил-то? Валерий Павлович, кто в итоге забил-то, если не Рома? Десятый номер? Десятый номер у нас это Артем Подгрушин. Тагильский Месси. Вот обещал сегодня в автобусе продолжить голевую серию. И вот такой настрой. Сделал свое, взял и в первом тайме уже гол забил. На 17-й минуте матча. Хорошо там. Выдали ему передачу, выбежал 1-1. Первый удар руки пробил, а уже во второй. Цель поразил. Там еще и Роман был на готове добить. Но уже этого не потребовалось. Гол записали мы на имя. Вот, да, десяточки. Тагильский Месси, не зря мы. И тут Месси запечатлели в форме Аргентины. Висит он тут там на манеже, показывает пример всем, вот до какого уровня нужно дорасти и у нас спортсменам, чтобы стать чемпионом мира.
Ну, не только этот месяц, но Гордениза, легенду Татарстана, Рыбинского Казани запечатлили. Бердыева нашли, будущего звезду. Ну, засняли только половину звезд. Ну, у нас еще два дня впереди, заснимем со временем и вторую половину. Там тоже наверняка легендарные футболисты изображены. Ну, а сегодня у нас легендарную игру демонстрирует Спутник, но почему-то счет. Почему счет 1-0? Валерий Павлович тоже не знает, почему 1-0. Что-то у нас табло не меняется. Немножко. Вот. Призаснул там, естественно, за табло. Нужно, конечно же, это исправить. Потому что трансляцию мы ведем, может это запутаться. Счет не 1-0, счет 2-0 уже. Первый гол забил Ярослав Горбунов, номер 81, второй. Подгрушен Артем, номер 10. Роман, в центре поля, свечу зажег. Борьба в воздухе, еще одна свеча. Хороший техничный прием. Елисей демонстрирует сразу вперед, если бы там кого-то, если бы поддержали. Может быть, один выбежит снова. Елисей очень грамотно играет. Смещается налево. Пас наперед. Подкатит атаку Спутника все-таки. Об одного приостанавливает. Ну, скажем, как расскажем, как вчера матчи у нас складывались вот в этом чемпионате. 11-го года, потому что я еще 13-й, там команд аж 12, сколько там вчера выиграл. Устрелы из Казани, 4-2. Ну и сегодня вот победный пары с тагличан продолжает уже Спутник 11, выиграл, кажется, 2-0, Барнову, довольно уверенно. Спутник школы номер 7, ну, практически таких суперских моментов не было, только дальние удары, с которыми голкипер уверенно справлялся. Пять минут у нас остается до завершения первого тайма. 2-0. А матч у нас вчера сложились следующим образом. Матч открытия, как я уже сказал, Спутник проиграл Ложанину с Казани 2-1, хотя и убил 1-0. Там стандарты сделали свое дело, и суперпушка от Марселя до своего номера положил он вчера себе Роберто Карлоса прямым ударом. Он даже швидой выше стороны стопы. А вот Банул сыграл в ничью с Челябинском, с Златоустом, футбольным клубом Таганай. 0-0 причем вчера. Банул не забивал, и сегодня пока что тоже. Так что желаем все-таки ребятам Сибири порадоваться. Болельщикам сегодня отличиться в втором туре. Дальний удар и рядом со штангой. Мяч пролетает. Хорошо там издалека приложился номер 13. Нет, наверное, смотри, Ваня это был. Замены Ярослава поменяли от первого мяча. Ворота Барнаула. И вчера еще выиграл свой матч клуб из Казани. Шор Вахитонского района аж 3-0 разгромила Шот Тасму, тоже из Казани. Мураев, Алексей, точно вперед продолжает атаку. И есть еще один гол в исполнении Спутника. Классная комбинация.
А Андрей забивает. Нет. Сейчас уточним. И передачу там, по-моему, снова выдал наш Месси Артем. Валерий Павлович, озвучим, кто забил третий гол. Пинер. Тренер забил. Пинер. А, думал, вы забили. Пинер. А, зовут? Артем. Артем, Артем забил. Пинер. Номер 71. Артем бежит еще забивать. И не забивает. Там голкипер молодец. Идет. Забить. Третий гол. Табло у нас опять что-то с табло. Это было 2-0, хотя на самом деле же 3-0. Или один гол отменили, что-то может так. Запутались от цифр батов. Ну, сейчас будет перерывчик, уточним. Уточним. Елисей, слушай сам. Оттянут. Ну, да, сейчас вот такой у нас. Первый тайм исполнения Тагличан был безголевой сегодня, 3 мяча забили. Ну, видимо, уже отдохнули с дороги. Вчера сходили на новую арену футбольную. Акбарс. Казань-арена. Накупили там сувенирчиков. Пофоткались. И вот такими положительными эмоциями сегодня вошли во второй тур. И погода, наверное, свою сыграла. Солнечная. Хочется порадовать болельщиков. Наверное, когда много в онлайне. Мам, пап переживает. И вот все это в совокупности и принесло такой хороший результат. 3 мяча уже в первом тайме. Момент. Нет, тут игру читает Матвей Двининов. Верно выходит из ворот, мяч забирает. Правил. И на этом все. У нас первый тайм подошел к концу. И под его конец наконец-то и табло у нас подправили. 3-0. Нижний Тагил впереди. Уходим на небольшой перерывчик.